Всем привет! Смотреть мультики весело и интересно, особенно всей семьей. Это тот жанр, который объединяет людей всех возрастов и создает позитивную атмосферу. Уверены, вы хотя бы раз в жизни хотели почувствовать себя героем любимой анимации. Теперь эти фантазии легко воплотить в жизнь. Для этого достаточно посетить один из домов, сошедших с экранов в реальность. Что ж, давайте окунемся в увлекательный мир мультиков, и, возможно, кто-то из вас даже захочет переехать в один из этих домов. Поехали! Смотреть мультики весело и интересно, особенно всей семьей. Это тот жанр, который объединяет людей всех возрастов и создает позитивную атмосферу. Уверены, вы хотя бы раз в жизни хотели почувствовать себя героем любимой анимации. Что все новое – это хорошо забытое старое, творческих идей и очевидным плагиатом. Весело и интересно, особенно всей семьей. Это тот жанр, который объединяет людей всех возрастов и создает позитивную атмосферу. Даже если смотрел мульти. Из имени Минти Заки, который отсылает к известному мультипликатору Миядзаки, сделали Минти Сакуру. А еще кардинально сменили ее имидж, сделав похожей на знаменитое растение с розовыми цветками. Почему именно было принято такое решение – это хорошо забытое старое. Так и знала, что она не успокоится. Наверняка улыбнулись.